Привет, ребята! Сегодня посмотрим Т6, 2016 год. Вот, короткой базе. Цена 19500, 103 киловатта. Вот такой вот автомобиль. Так, номер телефона, шестиступенчатая коробка передач. Резина Мишелин новая. Так, сейчас обойдем, посмотрим на две двери. Очень круто под пассажир можно уже делать. Сейчас уже по новому закону платите акциз после регистрации грузового где-то в районе 500 евро и делаете себе пассажир. Вот на дворничке. Сейчас заведем, послушаем. Резина вперед-зад Мишелин. Вот состояние автомобиля идеальное. Доводчика нету. Так, по салону, вот он, Т6, изменили дизайн карт, такого вот плана автомобиль, подлокотничек есть, сейчас заведем, послушаем, что он поет. Тормозные диски. Новые, вижу, сервис прошел. Микролифт. На ксеноне видно. Так. Вот такой вот автомобиль. Пробег 189 тысяч. Так, надо снять ВИН-код, чтобы не было никаких ко мне претензий. Есть подогрев сидений. Магнитола для течика такая. Пока выключим. Руль, кожа. Так, завелся. Хорошо. Так. ВИН-код, ребята. Никаких проблем, претензий. Работает мягко. Такой вот сегодня у нас автомобиль. Звоните по номеру, пишите. Есть возможность пригнать автомобиль под заказ с Европы. Всем удачных покупок. До новых встреч на канале. Всем пока, ребята.